Это почта пришла. А что принесла? Посылки принесла. Ловите. Будем с этой начинать. С этой? Потому что она маленькая, мы ее быстро посмотрим. А я знаю, что там в этом. А, ты большой просто знаешь, что там находится, да? Да. Всем привет, сегодня принцесса Алина. И с вами канал Весь Китай, ведущий Игорь Харитонов. Итак, поехали! Мы открываем посылку, не знаю, что там. Да, и что же у нас там в посылке? Там... Ты вытаскивай вот отсюда, сверху. Ай, как. Там мои малки. Ты их уже узнала? Ага, папа мне сказала. Вот фиолетовый и черный есть. Помоги. Не получается? Нет. Он запаковали. Ничего. Вот черный. И мой фиолетовый маленький цвет. Я хочу себе фиолетовый. Фиолетовый? Дай покажем, как работает маркер на денежке. Черным начнем. Давай черным начнем. Если запаковали. Держи колпачок. И мы здесь напишем рожицу, да, смешную? А Алина потом узнает, что это за рожа такая смешная. Подожди, не подсматривай. А я ничего не вижу. Я посвети. А теперь свети. А я сейчас покажу. Заяц! Да нет, это лягушка. Видите, лягушка. У меня прям счастливый день. Я угадал, чего мне попалось. Вот, гляди. Итак, такой у нас обзор уже был. А мне такой же Света попадалась такая наручка. Да. Итак, перейдем ко второй посылке. Я знаю, что там, я вам скажу. Там платье... Можно я сама? Да. Там платье с пайетками, меняющий цвет. Буду вам рассказывать. Ничего не ешь. Дай, помогу тебе. Сейчас от платья рукава отрежем. Достань. Ничего не отрежем. Вот это мое. Это магазин H&M. Мы заказали там, решили. Мне понравилось это платье, оно так блестит, как я люблю. Очень люблю. И красиво это. Мне цвет. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и будет новых, много интересных видео.